Давайте лототрон попробуем. Лототрон. Что мне выпадет в лототроне? Так, сыграем. Смотрим. Ох ты! Аж 10 гаечных ключей. Круто. Вот это лототрон. Поехали. Поиск противника. А, нет, ложка, военный велосипед, инопланетный штурмовой чувак. А, у меня такой, кстати, тоже есть. Инопланетный чувак. На тебе. Так. А ну-ка, стоим, стоим. Ох ты, бомбочки пошли, бомбочки пошли. Опа, в голову, правильно, молодец. Так, еще раз попробуем. На тебе. На, щелкнули. Так, еще хочешь? Сейчас получишь. О, еще последний удар ему. Последний ему удар. Ух ты. Так, а ну-ка аккуратненько. Кто щелкнется? Есть. Мы победили. Так, у меня каток. Смотри, что он делает. Смотри, что он делает, а. На. Опа, вот так тебе погнал. Еще. И последний тебе ударчик. 2-0. Так, инопланетная штучка. Интересно, вот эта пулька, если мне по голове ударит, она меня взорвет или нет? Опа, все. Победили. Победа. Ну что ж, попробуем на таком грузовичке проехать. Эти вот белоснежные пики. Ох-ох-ох-ох-ох. Так. Что же такое у нас? Давай-давай, едем. Попробуем проехать. На грузовичке, не знаю. Давай-давай-давай-давай-давай, ускоряемся. Колеса тут у меня полностью прокачанные. Поэтому все должно быть быстро и хорошо. Блин. Нифига. Мы проехать не можем здесь. Да на какой же машине здесь вообще реально проехать? Либо что-то я неправильно делаю. Так, все. Все закончилось у нас. Вообще мало проехали. Так, ну что ж, давайте мы его щелкнем. Так, сейчас примерно вот так вот. Опа! Есть! Да хороший удар, кстати. О, смотри, сколько монет мы сразу зарабатываем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай. Мешочек с деньгами. Пробиваем стену. Так, ах ты, прыгалка. Не успели взять. Монетки, может? Да и монетки не взяли. Так, что ты будешь делать-то? О, Гендель. Ай-яй-яй-яй. Эх, не получилось у меня пробить стену. Силёнок не хватает. Так, 89 тысяч, ладно, давайте поехали дальше. Мало, надо больше денег. Опа, шоколадзайц. Ой, смотри, мы его не добили. Надо будет прокачать удар. Потому что... Они нам... А, они нам, кстати, звездочки там какие-то дают. Это вообще полезная штука. А, у него на трусах эти ракетки. Ты понял? И он когда стену пробивает, одна из ракет из трусов вылетает. О, да, прыгалка. Ай, стена это помешала, слушай, да? Реально. Вот так бы я что-нибудь сделал бы. О, монетки. 400 монет, так мало. Надо прокачивать, короче, их. Потому что... 400 монет это мало. О, бомбочка. Да что ж ты убежала-то от меня. Ну что мы здесь можем купить? Мишка-карьеришка, который очень... А, чтобы чаще их увидеть, увеличивает количество. Здесь что? Полицейский надзор. Наноси больше удара сопернику на ринге. Мишка-карьеришка. 127. Так, что ж такое купить-то? Либо скользкий лосьон.
Не, давай что-нибудь подороже, который стоит. Отскакивание. Вот давай отскакивание возьмем. Все, купили отскакивание. Ну что, мы отправляемся дальше. Берем машинку. Синенькую. Поехали. Так, здесь я проезжал уже 2500 метров. Посмотрим, проеду ли я дальше. Надо постараться не переворачиваться. Денег вообще катастрофически мало. Вообще практически нет денег. Да. Сколько, интересно, мы за эту катку собираем монет. Так, сейчас сундучки будем. Постараюсь максимально кейсы вот эти вот собрать. Так, первого уровня есть кейс. Да, уже хорошо. Очень мало монет. Так, но чем дальше мы проезжаем, тем монетки жирнее будут. Плохо, что нету монетки по 10. Так, по 10 монет. Только как бы я максимум видел 5. 5 и 1. Ну хоть только. Только то хорошо. Ну и монеты часто попадаются. Каждые, например. Сейчас я даже скажу, сколько метров. Да, каждые 30 метров у нас стоят монеты. Вот так. 30 метров проезжаем, и монетки лежат. Так, а у вас уже кейс второго уровня. Еще немножко будет третьего. Опа. Тачка классная, но ее нужно прокачивать. Ей нужна прокачка. Так, поехали. Давай. Еще. Молодец. Но у меня задача прокачать немножко баги. О, бензинчик заканчивается, нифига себе. Ладно. Ну вот, здесь третьего уровня есть. Так, ну вот уже почти что 1500 монеток есть. Ой, вот здесь надо проехать там. Есть, получилось. Хорошо. Так, а вот на них у нас часто заканчивается бензин. Вот это вот проблема в этой машинке. К сожалению, бензин тратится даже, когда ты не нажимаешь на газ. То я считаю, что это нелогично. Он одинаково кончается. Да, здесь проедем, я надеюсь. Да, нормально. О, здесь уже много монет. Прям монеток не жалеет. Так, ну вот, четвертого уровня у нас здесь. Но мы можем пятого уровня спокойно взять его здесь. Да, ну конечно, если хватит на бензина. Поэтому нужно поспешить за следующим очередной канистрой. Бензин уже заканчивается. Все, начал кричать. Вот он, бензинчик мой. Берем. Осталось совсем чуть-чуть. Оп, здесь попробуем перепрыгнуть. Хорошо. Так, коробки, видишь, где стоят. Давай, еще немножко. Отлично. Так, здесь мы проезжаем. У нас остается
Совсем немножко уже бензин закончился. Давай, пожалуйста, едем, где бензин. Кончилось топливо. Не проехали. Не получилось у нас. Но зато мы взяли кейсы. Кейс какого-то 5 уровня мы взяли, да? Ну вот, защитку взяли хорошо. И денег много, 3000 монет. Ну что, давайте поиграем за Катюшу. Поехали, Катюшечка, давайте попробуем, посмотрим. Так, Филипп и какой-то Мангенштейн. Мангенштейн. И Руби. Руби. Играем с Рубиком. Так, у нас Катюшечка, давайте подъедем и начнем стрелять. О, как хорошо, смотри. Нифига себе. Сейчас всех зафигачим. Есть. Одного уничтожили. Так, и второй у нас танк. Так, а ну-ка, уничтожим, нет? У кого-то там слетела шляпа. Опа, что-то я этот самый близко подъехал. Нормально все. Победа, победа, ребяточки. И нам дадут звездочку одну. Давайте дальше поедем на Катюше. Катюшечка, давай, поехали. Так, двое маленьких танков. А, у нас еще и огнеметик есть. Хорошо, пошли, дружище. В бой. Я вот здесь, наверное, скорее всего, встану и начну стрелять. О! Есть. Попадаем. Ё-моё, меня немножко ранили. Кто там? А ну, ты чё туда убежал-то далеко? А, смотри, они тоже убегают. Смотри, гады. На, получай. А, их еще, их двое осталось еще. Я думал почему-то, что я их всех уничтожил. Ладно, сейчас этот подъедет и получит огневую поддержку. Да ё-моё, а чего там стояли, прятались, а? Гады. Ладно, сейчас этого моего щелкнут, скорее всего. А нет, смотри. Так, все, мы его щелкнули. Внезапная смерть. Что это значит? А, все, победа, ребята, мы победили. Это очень здорово. Звезды. О, 4 сундука у нас. 4 сундука. Когда у нас, ребята, будут 10 сундуков, мы обязательно их откроем на видео. Так, 2 маленьких танка. Так, и здесь у нас Катюша, и тоже танк какой-то маленький. Пират, Энигма, ух ты, против Энигмы будем играть. Энигма, ребята, это во Второй мировой войне. О, нифига, меня взорвали, да ну нафиг. А как так? Как так меня взорвали, я не понял. Ладно, еще раз попробуем. Арахнит. Арахнит и еще какой-то маленький танк. Ладно, ладненько. Подъедем поближе. Я здесь сейчас встану. И как раз они, когда будут подъезжать сюда, получат урон. Так, ладно, стреляем. О, варахнида стрелять надо. Давай, арахнид, подъезжай сюда. Вот тебе и арахнид, ребята, да? Можно так сказать, что супер танк, а мы его расфигачили только так.